Привет моим девочкам и гостям моего канала. Ну что, серия влогов продолжается. Сейчас я нахожусь вот в салон Жако, и там сейчас стригут Доминику. Убирать сейчас будут ей, наверное, сантиметров 10, ну я так думаю. Так что пойдемте, я вам покажу. Да, мы договорились, что можно нам будет. Визуально, но это на мокрый мы снимем, так оно еще на сухой приподнимется, у нас будет короче. Нужно учитывать то, что волосы вьющиеся, и оно уже будет подниматься. В конечном итоге выше же мы будем, правильно? Да? 10 сантиметров, да, где-то получается? Смело, да, 10 сантиметров у нас уйдет. Да? Так, нравится, они как говорит. А мне больше нравится два. Ого, видите, какая красота. А ну повернется на меня. Вау! Мама! Что такое? Можно я своим ребенком повосхищаюсь? Пожалуйста. Волосы правда красивые. Иди, как колеса. Как сделать так, чтобы они были такие всегда? Ухаживаю. Доминика говорит, что прямые волосы добавляют ей пару лишних килограмм. Мне кажется, лицо более круглым. Нет, мне кажется, наоборот, вытянулось. Как раз прямые волосы вытянули лицо. А, мне нравится, Ника, мне самое нравится. Самое интересное, я почему-то, когда смотрю в зеркало, мне не очень, а смотрю в камеру, вроде более-менее. У нее завтра фотосессия финальная. Вот. Так что я сегодня ночью не буду спать, чтобы не прикасаться волосами к подушке. Мы вчера ездили за бельем кружевным. И вот это, знаете, 14 лет кружевного белья. Нафиг оно мне надо? Такая целомудренная девушка у меня. Вот так вот. Так, оставайтесь с нами, будет дальше интересно. Когда очень много дел, а времени совсем нету, то возите за собой судочки. Это для всех, потому что здесь произошло уникальное событие. Впервые в Украину приехала настоящая мини-фабрика, передовая, которая была уже на гастролях в Париже, в Амстердаме, Азию вообще порвала. И вот в Украину, потому что Украина и Киев, это что? Это новый фэшн-центр планеты. Так и знаете. И сегодня у нас собираются лучшие блогеры, которые первые, еще не открылся Ukrainian Fashion Week, он откроется через 2 часа. Сейчас вы уже можете заглянуть за кулисы и узнать, что у нас здесь происходит, потому что мы будем творить шедевры и обмениваться опытом межкультурным. Это будет Украина versus скандинавские страны. Все. Мы сейчас все покажу. Мы сейчас самостоятельно будем делать или вот такие вот сумки, вот, или чехлы для лэптопов. Я буду делать чехол. Я как раз только подумала о том, что ой, мне надо. Мне есть темный, я хочу светлый. Вот сейчас у нас есть возможность выбрать кожу. With Dyneema on the back is a super strong fabric, and you see that the jacket changes colors. So when it will be really cold, this jacket is black. Green thing. Вот здесь, возьмите ручку, вот здесь. Чуть-чуть еще дальше, да. О, да. Секунда, теперь, оп, стойте, стойте, есть. И давайте помощь мужской руки случайной. Оп, вау. Оп.
Ника, это что? Это фиаско. Это дождь из картошки. Да, я не захотелось в пакете, вообще не захотелось дома, она решила сбежать, посадить себя в земле. Тебе эта история больше нравится. А теперь уже в домашней обстановке я хочу вам показать сумку, которую сделала самостоятельно. На самом деле это очень занимательное занятие и не такое легкое, как кажется, там нужна все-таки сила. Вот. Там были мужчины, которые нам помогали, ну, как бы приглашенные, можно так сказать. Почти морской узел. Вот. Тут справлялись с помощью такого специального фена. Вот, ну, вы видели, как я колола эти дырочки. Отверстие. Вот, ну, такая вот сумка. Авоська. Для пляжа, для, я не знаю, рынка, для магазина. Может быть, для какого-нибудь такого наряда. Дети, отойдите от экранов или закройте уши. Распиздейского. Вот, поэтому не знаю. Чуть-чуть это, конечно, не мой стиль, но ничего, пусть будет. Так что у меня теперь и сумка. И чехол для лэптопа. Нам давали уже такие вот заготовки, но мы самостоятельно наносили воск, и этот воск разносили по коже и сушили. И получается, что это уникальный узор у каждого. То есть чехол у всех одинаковый, но узор у всех разный. Поэтому я тут делала так, как я видела, и мне, в принципе, очень нравится. Кстати, я сегодня уже сделала себе маникюр, очень красивый получился. Он, я вообще хотела просто белый, а потом думаю, ну, затирочку. И вот Ирочка сделала затирочку, получилось, как будто у меня на пальцах жемчуг. Смотрите, что мне еще сделали. Ну, я попросила, и вот у меня теперь есть мои инициалы. Можно было этого не делать, потому что чуть-чуть поцарапали кожу, эко-кожу. Вот, но это не страшно, потому что со временем оно будет затираться, оно будет царапаться, мне сказали, и будет выглядеть, ну, по-другому, поэтому ничего, пусть будет, зато с моими инициалами. И что еще хотела сказать, я сегодня узнала, оказывается, Эко поставляет кожу для Louis Vuitton и не только, но эта информация как бы не распространяется, но она и не скрывается, так что представьте. Что все в магазин Интертоп на правах рекламы. Я еще чуть-чуть вам покажу. Вот. У меня черный. Опа. И теперь коричневый. Как хорошо заходит. Помните мультик? Входит и выходит. Входит и выходит. Вот он. Тут. А можно я опять чуть-чуть вернусь к технике? Я сделала себе подарок и взяла себе вот такую вот лампу. Это лампа, видите, она сенсорная. То есть я вот. И они заряжаются. Могу положить свой телефон, но я на него снимаю. Могу, так как говорится, для яблочной семьи. Вот. И тоже смотрим. Сейчас. Заряжается. Вот. Так что очень удобно. Я уже попробовала, вчера распаковала. Вот сюда вот кладете телефон, и он заряжается. То есть не надо больше никаких проводов. Вот. Один единственный провод. И все. Нет, это еще я. Дема тоже кушает. Я разговариваю, ты перебиваешь, это очень некрасиво с твоей стороны. Да, я закончу, а потом ты скажешь, хорошо? Уже хорошо. Вот, и у меня просто болит голова. Вот, две сосиски. Чем же ты делаешь? Ну, как можно иметь? Блин, в микрофон попал кетчуп, супер. Я хуже сделала. Мама его слезнула. Фига себе тряпку. Мама, быстро, неси быстро тряпку. Жесть. Не смешно вообще ни капельки. Бегом. Девчонки, у кого детки, кто хочет отдать модельное агентство? На самом деле модельных агентств очень много. И можно, в принципе, выбрать.
Мы не занимались поиском, это получилось все случайно, не специально. Модельное агентство называется FP. Вот, там есть как для деток такого возраста, как Демка, есть такого возраста, как Ника. То есть там, по-моему, как раз с 14 или с 12. С 13. Да, и до уже там возраста, по-моему, 30 лет, что-то такое. Поэтому обучение стоит 5000 гривен, это интенсив, недельный курс. Почему недельный? Объясню. Можно, в принципе, ну как, растянуть, да? Я скажу честно, всем я привет, училась... ребятки! Дим, я разговариваю некрасиво, ну правда. Скажу вот как у меня было. Я училась 3 месяца. У нас было очень много дефиле, мы просто километражи наматывали. Здесь скажу откровенно опять. Мне ощущение, что это просто корочка, и люди зарабатывают просто деньги таким образом. Понятное дело, что они выдали сертификат, но опять же. Никуль, не обижайся. Вот, тут, мне кажется, уже зависит уже все от тебя, как оно будет. Да, тебе дали маленькую базу, ты имеешь небольшое представление, что это такое. Вот, но по факту, если вы хотите, чтобы ваши дети профессионально этим занимались, то я думаю, что агентство надо искать более серьезнее. Вот, я почему как бы согласилась? Потому что фотосессия. То есть фотосессия там профессиональная, с видеовизитками на английском и на каком еще? Видеовизитка на английском. На английском, да. То есть для чего? Для того, чтобы можно было всю эту как бы информацию отправлять по другим модельным агентствам, по школам за границу. Я не буду отправлять еще маленькую. Вот, только учиться, если как бы там с папой договоримся, то учиться поедешь, а ну, не в модели. Вот, поэтому, девчонки, если вам эта тема интересна, могу разжевать ее и рассказать, что да как, ну, как бы, как я владею этой информацией. Если не интересно, то я закругляюсь, но такую краткую информацию дала. Чуть попозже же говорю, что как появится портфолио, я вам покажу, и тогда уже можно будет понять, стоит это 5000 гривен или нет. Но в любом случае, если ваши дети хотят как бы модельного будущего, то модельное агентство всегда вас примут с распростертыми объятиями. Все, я ем. После по одному. Вот. Следующий, давай, начинай. Коля, а вы подходите, блин. Для удобного. Присесть, полностью. Вот здорово. Только быстрее все. Не пешком. Тебе ж надо гол забить туда, понял? Надо ближе подбежать и забить. Забирай мяч. Забирай. Так, мяч. Я не тренер, молчу. Да, мяч выбей. Да не руками. Давай обратно. Ручки мы мяч выберем. Как тебе футбол? Плохой. Почему? Потому что. Почему? Быстро. Быстро? То есть тебе было мало, да? Да. Ты хочешь больше играть? Дем. Будешь? Не спрашивай. Не спрашивай? Хорошо, не буду. Что? Я видео сниму. Никай! Так, ну ладно, ты же сказала, что тебе видео. Саша, мне фото надо. А, да? Видео. Ладно.